Привет, друзья! Вы на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня я готовлю салат с крабовыми палочками. Этот салат очень вкусный, он прост в приготовлении, готовится он очень быстро. Салат не совсем для нас привычный. На моем канале уже есть два рецепта салатов из крабовых палочек, и этот салат отличается от других рецептов. Для начала я займусь яйцами, приготовлю яичные блинчики. В емкость выбиваю 3 яйца. Яйца немного подсаливаю и взбиваю венчиком до однородного состояния. Нагреваю сковороду и выливаю на нее неполный половник яичного теста. Обжариваю блинчики по 1-2 минуты с каждой стороны. Из 3 яиц у меня получилось 5 блинчиков. Оставляю их остывать. 200 грамм крабовых палочек я разворачиваю и складываю стопочкой. Все ингредиенты для этого салата я буду нарезать соломкой. Стопку разрезаю напополам и потом каждую половинку буду нарезать вот таким образом тонкой соломкой. Перекладываю крабовые палочки в емкость, в которой буду смешивать весь салат. Остывшие яичные блинчики складываю один на другой, сворачиваю в колбаску, разрезаю напополам и затем нарезаю соломкой. Смотрите еще больше рецептов на моем канале, все ссылки я вам оставлю в описании под видео и подписывайтесь на мой канал. Нарезанные блинчики отправляю в емкость к крабовым палочкам. Нарезаю помидоры. Нарезаю напополам, потом на четвертинки и убираю всю мякоть. Мякоть можно использовать для другого рецепта. Нарезаю помидоры соломкой, как можно тоньше. Отправляю к крабовым палочкам и яичным блинчикам. Одну банку кукурузы освобождаю от жидкости и выкладываю в емкость к другим ингредиентам. Добавляю 30 грамм натертого твердого сыра. Количество сыра можно регулировать, можно добавить побольше. Добавляю 4 столовые ложки майонеза и хорошо перемешиваю. Крабовый салат пропитывается очень быстро. Я его ставлю буквально на 30 минут в холодильник, и этого бывает достаточно. По надобности салат подсаливаем. Получается такой салатик очень-очень вкусный. Очень рекомендую вам его приготовить. И на праздничный стол такой салат тоже очень подойдет. Перекладываю его в другую емкость. Украшайте салат по своему усмотрению. Праздничный салат с крабовыми палочками готов. Всем желаю приятного аппетита, ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии и отзывы. А я всем желаю прекрасного настроения, приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.